Там-там-там-там! Эх, приветствую вас! Здравствуй, дорогая! Здравствуй, милый! А теперь ответь мне, пожалуйста, когда ты последний раз донатил? Вот, кстати, я донатил последний раз месяца два назад. Я прошлый месяц не донатил. Там дробовик видел, но он такой, как бы, вот этот хант, мне он не понравился. Кэпчик, как настроение? Голод по кактусу мучает. Ха-ха-ха, да. Так, друзья, мы сегодня будем выбивать АК-15. Приветствую вас, Владимир. Что-то некрасивое. А? Что-то некрасивое. Вот как те мышки в дырочку, фу. А, вот это, знаете, мышки сейчас такие популярные стали. Внутри, короче, в дырочку все. Это жирный намек про то, что твоя мышка мне не нравится, я хочу другую. Что? Так моя мышка-то как раз не дырявая, она нормальная. У нее все нормально с ориентацией. Это самец G502. Он тяжелый, займи, тяжелый. Короче, у меня запасная мышка вот такая, G502. Один из, так сказать, главных моделей у Logitech. Стоимостью 6 тысяч. Я запасную с собой взял, когда из Москвы уезжал. Ну, не новенькую, коробочки. Она была 4500. Да ладно, да сейчас она уже за 6 стоит, сейчас техника вся дорогая. Так, у нее мышка сломалась, ее каугаровская. Ну, там подешевле, как бы, ну, такое, понимаете, да? Я ударил, у меня была самая лучшая мышка на свете, она была легкая, не вот эта тяжеленная. Я ей дал свою мышку новую, ей новую дал. Себе старую ставил, а ей новую дал. Она не оценила. Так, ладно, крутим АК-15. Я херня, Афутек топ. О, правильно Кэп говорит. Лучше Афутеча ничего на свете нету. И отдачи нету, и мышки хорошие. Так. Ну, 3 часа уже есть. Нормально идем, неплохо. Он хороший? Бля, мне еще деньги надо на боевой пропуск оставить, серьезно. Я хочу, чтобы это как-то оно быстро все выпало, и желательно в золотом виде. О, карта черного рынка, кстати. Еще можно будет по фикс прайсу купить, что не хочется. Ну, вы знаете, друзья. Только золотой, никак иначе. Денег у нас, правда, не очень много, но золотой вряд ли потянет. Слушай, я не пойму, а чё мы эту сосиску? Сосиску? Ой, ты знаешь, она где-то далеко. Не знаю, где сосиска сейчас, это колбаска наша любимая. Всё, прерываем, останавливаем запись. Подожди, ничего мы не знаем, давай. Тут без сосиски нельзя. Блин, ну... Ты крутишь у мейла. Ты знаешь, просто вот сейчас, играя в другие игры, вот всю суть записываю частенько. Ну как бы да, мейл немножко в прошлом веке остался. Безумно! Реально, ребят, я только одну игру знаю, где деньги вот современных, более-менее популярных, где деньги больше трясут. Вот она живая, да. Elder Scrolls Online. Там коробочки еще более жесткие. Ну да, там правда косметика, но это похер, что косметика. Суть не в этом, ну блин, даже косметика. Сколько мы задонатили на твоего этого тигренка? Не косметика, мы задонатили хорошо. 1005 с лишним задонатили, чтобы я это какого-то тигренка, ездовое животное выбить. Это кошка, это Сенч. Мы не выбили мне. Хуенч это! Какая разница, кто он? Мы выбили какую-то ящерицу оранжевую вместо него. Единственное, правда, лошадка ей досталась, она вроде ничего. А мне пока ничего не досталось, блин, разработчики, ну совесть-то надо хоть какую-то иметь. Почему колбаска по губам тебе досталась уже как мне? Да. Как и мне вчера, ну когда мы крутили коробки. Да там вообще, короче, карточки какие-то. Сидит, короче, этот, скрепленными картами, шулер. Короче, шулер такой, хоп, тебе карты раскидывает, каджит какой-то беспонтовый. Не играл бы я в это, ты чё? Я начну крутить. А? Ты позвал мне и сказал, что я покручу, пока я не вижу. Ты по присутствующей я сказал, я ничего прокрутить не говорил. Да жопошник ты, бесстыжий, ты сказал, я покручу. Да он жмот. Как ты зря на меня наговариваешь, сколько коробок вы вдвоем скрутили бесплатно? За мой счет? Да, так оно и было. Давай жмот, за мной мы вообще не скрутили. Главное еще я, без тебя точно, поверь. У тебя есть свои отдельные поклонники, Кэп, я требую революции. Да легко организуем. Ты раз закрылся, понял? Я тебе дам нахер революцию, понял? Как стал эти мои революции? Да нормально все. Ну и что? Это я могу революцию делать, я картавый, как Ленин. Вперед, товарищи! За донат! Ну, сука, да вам это не дает! Ладно, на, женщина! Ща, подожди. Боже мой, как у тебя... Ты свои заготовки вообще не тяни. Нет, я бы тоже дадим. Ну дадим потом, да. Потом догоним, еще дадим, да, дай. А, хорошо! Друзья, вы выбили новый АК-15? Если да, друзья, задайтесь вопросом, зачем? Зачем вы его выбили? Хорош вообще, что он выбивает. Ну, такой. Он как бы он лучше пушка у штурмовика, но так сам штурмовик как класс из говно. Да Сенча повыбивать вместо вот этого. Да какого Сенча? Подожди, твой Сенч офигенч, короче, крути. Че, я на всех видосах буду с одними и теми же пушками бегать? Уже совсем донатом отыграл, у меня нарезки с одними этими, АМВ последними, веревками. Витязями. Я с этим буду бегать, что он прикольный. Я посмотрю. Да что ты посмотришь, так и будет. Если меня сейчас золотой убиваешь, я убегаю с ним. Обычный. Обычный тоже бегаю. Сука, я ни с чем не бегаю, вообще ничего не падает, кроме этих всратых карточек, нахер они нужны? Почему, сколько там, 9 дней можешь с ним бегать? Я что, миллионер, что ли? Ну давай. Ты уже 9 дней не можешь побегать. Да о чем мне 9 дней? Если бы через 9 дней мне уже не надо было играть в Warface, это было бы хорошо, но, блин, к сожалению, мир не так устроен, давай, крути. Да давай Кэпу дадим. Да Кэп, ну, сука, мой Battle Pass плакал, я чувствую. Там 999 кредитов все это стоит. Давай этому... Красавчик. Да, 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 молодец, конечно, затащишь ты, давай, верю я тебе, очень. Сука, крутишься, да как...
Если ногой нажимать, это будет быстрее. Сами это делаешь, да? Кэп, бля, не беси меня. У меня последние деньги улетают. Я 3500 задонатил. Я не выбил ни... Ты что, дурак, что ли? Деньги протираются, сука, это бонусные коробки тут. Гандон ты вот и все. Мне нравится, как он играет на своих клавишах. Это шикарно. Как я тебе супчика налью. Я буду вечно за кино прыгать. Слушай, мне это так нравится. Сука. Крути давай. Сусенька, видишь, да что ты смеешься, уже на Battle Pass не хватает. Он 999 кредитов премиум версия стоит. Да ты вообще молись, чтобы тебе хоть что-то выпало. Да ничего не выпало, я уже понял все. Жизнь говно. У тебя есть я не поняла, в смысле жизнь говно. Да при чем тут ты вообще? Верни мышцы. Ни хера лысого. Подожди, прекрасно, по умолчанию. Я сейчас выбью. Хорошо. Я выбью, бля. Задонатить. Не, я пошел в Apex играть, все. Про Кутагина, вернись, хоть попрощайся с людьми. Всем спасибо, все свободны. Ребят, вы сами все видели. Камера швыбку размыла к чертям. Вы сами все видели. Ты, сука, тоже отмыл ру, что ли, вебка? Короче, все хорошо, пацаны. Всем счастья, добра, успехов, всех вас люблю. Во, появилось. Ставьте лайки, чешите яйки, вступайте в нашу армию. Не будьте ракутагинами. Не будьте ракутагинами. Выбивайте Сенча в тестах. Все нормально, короче, да. Блять. Сколько это в рублях? 3500 рублей. Сука, это больше, чем 15... Это где-то 20 коробок с Сенчем. Хуенчем. Нет, понимаешь, в чем фишка? Там хотя бы еще хоть что-то стороннее выпадает, а тут стороннее говно всякое выпадает. Это тут, же не справедливо. Тут в принципе говно, дорогая.